С 2012 года в соответствии с приказом Министерства внутренних дел России для граждан страны проводится добровольная дактилоскопическая регистрация, то есть снятие отпечатков пальцев. Любой россиянин может обратиться за этой государственной услугой в свое территориальное подразделение полиции. Для чего нужна добровольная дактилоскопия? Для того, чтобы в случае утраты документов, потери памяти, несчастных случаев можно было без труда установить личность человека. Во многих развитых странах эта процедура и вовсе является обязательной. Сам процесс снятия отпечатков пальцев занимает не более 30 минут. Из документов требуется лишь письменное заявление и паспорт, а для несовершеннолетнего – свидетельство о рождении. Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится в Одинцовском управлении полиции каждый четверг с 14 до 17 часов. Еще одна востребованная государственная услуга, оказываемая в полиции – подготовка и выдача справок об отсутствии судимости. Как правило, они бывают необходимы при получении гражданства или вида на жительство, оформлении оружейной лицензии, устройстве на работу в серьезной организации и во многих других случаях. В зависимости от способа подачи заявки, срок изготовления этого документа от 1 до 2 месяцев. Я устраиваюсь сейчас на работу, и для работы потребовали справку об отсутствии судимости. Начала искать по интернету, зашла на сайт ГУМВД России по Московской области и увидела о том, что услугу можно получить в ближайшем отделении полиции рядом с домом. Это очень удобно, нету очередей, все быстро, сотрудники доброжелательны, мне очень понравилось. Узнать о готовности справки можно по телефону, а получить ее либо лично, либо выдав своему представителю доверенность установленного образца. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».